Главный герой со своей девушкой оказался на дне 6-метрового бассейна без возможности выбраться. Это все. Обнаружив недавно, что я давно не делал обзор и не смотрел тайландское кино, я решил, что неплохо было бы заполнить эту брешь, тем более, что причина на то весьма заманчива. Ведь довольно редко в этой стране производят интересные картины, не обязательно на уровне голливудских, но хотя бы хоть сколько-нибудь привлекательных своим сюжетом. Фильм ужасов «Бассейн» как раз-таки из этого разряда. Заурядных фильмов с удручающе низким рейтингом и дешевенькой компьютерной графикой, но в то же время с достаточной известностью, чтобы выбиться из своего внутреннего тайландского инфополя и засветиться в интернетах других стран. И на это есть две причины. Первая – интригующий синопсис про фильм ужасов, все действие которого происходит в 6-метровом бассейне. Где такое еще можно увидеть? Появившись фильм с таким сюжетом в Америке, он бы тотчас приобрел ярлык трэша и забвения на слабонаселенном форуме фанатов копеечных хорроров. Но азиаты не боятся снимать такое с серьезным выражением на лице. А вторая причина – это сарафанное радио, разнесшее весть о незаурядном бассейном ужастике из страны, занимающей топы по туризму. Я всегда придерживаюсь мнения о том, что если такого нет, то оно обязательно должно быть. Такой сюжет обязательно должен был появиться на свет рано или поздно. Ведь казалось бы, что такого страшного можно снять про бассейн, кроме того, что там можно утонуть. Сценарист картины, а по совместительству и режиссер, грамотно раскидал на 1,5 часа разных испытаний главному герою. То ему приходится заботиться о своей девушке, то защищаться от сбежавшего из зоопарка крокодила, то присматривать за собакой, которая была оставлена на привязи его другом неподалеку. Как грамотный фильм ужасов, «Бассейн» постоянно подкидывает зрителю причины беспокоиться за протагониста. Словно американские горки, моменты накала чередуются с местами спокойствия и передышки, не давая зрителю заскучать. А переживание за молодую пару обеспечит небольшой, но немаловажный сюжетный поворот в начале фильма. Важно также отметить и приятные отличия от американских хорроров с вечно глупыми героями, лезущими в самые темные и самые страшные уголки заброшенного особняка с призраками, когда как зритель в недоумении кричит в экран о том, что логичнее было бы бежать оттуда со всех ног. Герой бассейна не совершает глупых поступков, а делает все то, что делал бы каждый, оказавшись на его месте. Пытался бы выжить подручными средствами. Разве что в особо редких случаях герой и может предпринять сомнительные меры, но они лишь обусловлены развитием сюжета, но никак не его глупостью. Несомненно, это не уровень какого-нибудь там обласканного критиками солнцестояния. Но по крайней мере, он делает то, что должен делать фильм ужасов. Держит в напряжении и не дает уснуть. Да, компьютерный крокодил выглядит на уровне Болливуда. Да, банальные персонажи и простецкая постановка. Но бассейн не пытается схватить звезд с неба, а ответственно выполняет свою работу здесь, на земле. Или точнее в бассейне. Поэтому это хороший кандидат на киновечер. Приятного просмотра!